15-й день идет циничная. Тысяч мариупольцев, которые с надеждой каждый день ждут коридор. А они цинично говорят о том, что он есть. Выезжайте. И мы бьемся, пробиваемся и натыкаемся на мины, на танки, попадаем под грады. Но так гуманитарный груз уже 6-й день не может попасть в режиме объявленной Российской Федерации тишины до оккупированного города Мариуполя. Это самый высокий уровень цинизма со стороны Российской Федерации. Они ведут уничтожительную войну. Но сегодня на всех уровнях идет борьба. Борьба за жизнь нашего города. Борьба за каждую жизнь мариупольца. Начиная от президента Украины Владимира Зеленского. При поддержке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ирины Верещук, Павла Кириленко. Ведется работа над тем, чтобы этот коридор был, чтобы тот груз, который должен дойти до Мариуполя, дошел. И я уверен, он дойдет. Мы сильные, потому что мы украинцы. Мы любим нашу землю, мы любим нашу страну. Слава Украине!